Всем привет! На мне солнечным зайчиком сейчас играет каталог Faberlic номер 16. Он у нас будет работать с 4 по 24 ноября. И выглядит он вот так нарядно уже по-новогоднему. И мы сейчас посмотрим, что в нем выгодно покупать, что в нем есть новенького. Ну и каталог наш начинается с новой коллекции платьев. Это вот такие вот платья, которые сделаны из ткани, ну, по типу фольги какой-то, да, на первый взгляд. Это разноцветная фольга. Выглядит очень притягательно. Цены на эти вещи не очень высокие. 1499 рублей, например, вот это платье. То есть цены приемлемые. Со скидкой будет еще на 20% дешевле. Скидку мы получаем, регистрируясь на сайте. И ссылку для того, чтобы зарегистрироваться именно ко мне в команду, вы можете найти под этим видео. Я буду вашим наставником, буду помогать вам делать заказы, ну или рекомендовать что-то, консультировать. В общем, оказывать всестороннюю поддержку. Допустим, следующий у нас комбинезон 2499 рублей. Для меня, что бы я здесь купила, что бы не купила, девочки, ну, для меня эти платья на самом деле, ну, такие, на один выход. И я такие вещи не очень люблю. Почему на один выход? Ну, во-первых, оно очень обязывающее, да, то есть не на любой праздник ты такое платье наденешь, конечно же, это Новый год. Ну, и это очень запоминающаяся одежда, которую ты один раз надел, и потом уже на фотографиях второй раз в следующем году выглядеть точно не захочешь. Но я думаю, что все равно найдется на них покупатель, потому что я посмотрела. Кстати, я выбирала вещи на сайте Shein. Они готовят распродажу и Черную пятницу, и Киберпонедельник. В общем, там будет у них огромная акция распродажи товаров на сайте. И совместно со мной мы готовим обзор. То есть я буду представлять вам вещи, опять снова показывать очень большое количество. Расскажу вам о сроках, дам вам новые промокоды. Кстати, кто на мой инстаграм подписан, уже эти промокоды видели и могут пользоваться ими сейчас. Там уже есть ранжирование по суммам. На маленький заказ 10% скидка, на заказ побольше уже побольше скидка. Так что следите за инстаграмом, иногда я выкладываю промокоды, которыми предлагают мне различные компании с вами поделиться. Ну и что большой плюс в этом каталоге, это то, что под каждую одежду здесь уже подобран набор аксессуаров. Вот здесь конкретно, например, туфли гламур. Это, мне кажется, тоже новинка каталога. Здесь представлены тоже те же самые туфли. И сочетание золота и серебра очень даже симпатичное. Под синее платье все подобрано, так что смотрите. Но я ничего не планирую покупать из этой линейки, из этих платьев. А на сайте Shein я видела точно такую же одежду, ну не точно такую же одежду, те же самые ткани я видела и на сайте Shein. Видимо, это какой-то новый тренд, это сейчас актуально, поэтому я думаю, что покупатель свой найдется. Ну и вот даже в больших размерах есть эта одежда. Вот здесь новые заколочки, посмотрите, эта страничка у нас получается 16. Заколочки здесь еще представлены отдельно на странице. Сейчас уже, я не знаю, так быстро меняются тренды, что буквально еще весной, это в начале лета, такие массивные заколки были в моде. Сейчас говорят уже все. То есть настолько скоротечно, не успел купить, уже все, это никто не носит. Дальше украшения на странице 18-19 у нас новые. Ну, опять же, смотрите, вот эти мне, допустим, нравятся. Они такие в стиле флоранж, например, да, вот эта вот золотая коллекция. Это уже более какие-то возрастные украшения, несмотря на то, что девчонки молодые их рекламируют. И я вообще, честно, иногда задумываюсь, на какую же целевую аудиторию компания Faberlic делает одежду и аксессуары, потому что рекламируют молоденькие девочки, а вещи такие, ну, честно, я не понимаю, ни возраст, ни род занятий, ни образ жизни тех девушек, которые могут носить эту одежду. Для меня это загадка, я бы хотела очень знать, на кого они ориентируются. Может быть, тогда все станет на свои места, и мы перестанем удивляться тем фасонам, тем тканям, тем моделям, да, возможно, это все растает на свои места.
Следующее. Как обычно, у нас перед Новым годом начинают продаваться подвески со знаками зодиака. И в этот раз они довольно-таки симпатичные. Страница 21. Подвеска 2 сантиметра, она будет не очень большая. Длина цепочки 42. Это получается под горлышко. Я очень люблю, когда вот здесь в ямочке что-нибудь маленькое такое лежит. Здесь 2 сантиметра, 40-сантиметровая цепочка у меня будет вот здесь, скорее всего, даже на косточке. И есть еще запас у цепочки 7,5 сантиметров. Это на то, чтобы она могла быть подлиннее. То есть там можно будет перецеплять. И вот так выглядят подвесочки. Они золотого цвета, но я люблю, предпочитаю золото именно как золото, а все украшения, ну типа бижутерию, в серебре, поэтому я покупать не буду. Действуют в этом каталоге, написано, не забудьте воспользоваться скидкой, купоны, которые мы получаем в каталоге номер 15. На каждые 999 рублей ваши покупки вы получаете вот такой купон. И действует он от черной цены. Такие купоны у нас действуют от черной цены каталога, от базовой. И мне уже задали вопрос, Марина, ароматы опять там все по 55, по 60%. Мы дойдем до ароматов, я не знаю, сделали я там стикер, но сразу забегу вперед, скажу, что такие ароматы, как Рената, я на нее сделала отдельный обзор, достаточно глубокий, широкий, такой большой, своими словами, без каких-либо возвышенных фраз я старалась это делать, максимально приближенно к реальности, к действительности. Посмотрите, эти ароматы можно будет купить со скидкой 50%, потому что они идут по полной цене. Ароматы от Валентина Юдашкина можно будет купить за половину, а можно будет, кстати, вот получить за 1 рубль, если выполнить условия по оплате заказа. Делаете заказ на 1999 рублей по вот этому каталогу, оплачиваете в пределах действия этого каталога этот заказ, который от, ну, будем говорить, от 2000 рублей, и в следующем 17-м каталоге один из ароматов Юдашкина вы получите за 1 рубль, всего лишь на ваш выбор. Я обязательно сделаю обзор этих ароматов, точно так же, как я сделала на Ренату. У меня есть возможность показать вам их все вживую и также своими словами описать. Я тоже постараюсь подобрать для них и свои слова, и какую-то информацию, возможно, узнать о них. Но я очень люблю аромат Юдашкин Gold, он у меня есть, и мой муж пользуется мужским ароматом от Юдашкина. В общем, мы довольны, нам очень нравится. Вот на эти ароматы можно будет тоже использовать скидку, например, для кого-то еще, если вы будете покупать. Но в основном, конечно, эти купоны выгодно тратить на дорогой уход и дорогую декоративку. Поэтому нацеливайтесь именно на это. Ну и старайтесь сейчас, пока идет каталог номер 15, он у нас по 3 ноября, делать заказы кратно 999 рублям, чтобы ваших купонов было больше. А не делайте, как Марина, заказ на 10 рублей меньше и минус один купон. В общем, следите, девчонки. Страница 24-25, и здесь у нас линейка «Зима». Я обожаю просто эту линейку, покупаю ее из года в год, но покупаю в виде крема для рук и покупаю бальзамы для губ. Это мои самые-самые прям любимые средства, и я обязательно куплю, попробую бальзам для губ. Я не вижу, чтобы он продавался отдельно, он пока продается в составе набора. И вот так веселенько оформлена эта линейка, по-молодежному, как-то по-девчачьи. В общем, очень красиво. И в набор входит крем-концентрат для рук, крем для лица и бальзам для губ. Возможно, я куплю набором, попробую все вместе. Появляются у нас новые пакетики для упаковки подарков. Страница 26. И, девчонки, наверное, нужно сразу же заказывать, успевать, потому что это такой ходовой товар, и с брендом Faberlic, если вы подарки делаете из каталога, то это будет очень классно подарить еще и в пакетике. Цены очень низкие, я просто недавно покупала пакетик под шампанское, и он обошелся в 70 рублей, маленький тоненький пакетик, ну а здесь 70 рублей, у нас стоит только, у нас даже нет такой цены, у нас есть огромный пакет, 180 рублей, он предназначен для одежды, вот такой большой, а все остальные, посмотрите, 30-40 рублей, 25 даже есть, поэтому успевайте, заказывайте пакетики.
Следующий разворот, и здесь декоративные свечи и гирлянда декоративная. Есть 3 метра, есть 5 метров. И, как я понимаю, она однотонная, то есть здесь только один цвет у фонариков. Ну и очень красивые новогодние свечи. И наклейки еще, кстати, да, я чуть не пропустила. Свечи я не очень люблю. Зажигать люблю, но покупаю в Икее, знаете, такие маленькие свечечки. Ставлю их в подсвечники и именно их используют. Поэтому, конечно, за 300 рублей для меня свечку купить, это, ну, это значит промотать деньги. Страница 30. Здесь прошлогодние новогодние украшения со скидкой 50%. И посмотрите прошлогодние обзоры, наверное, есть много у кого, я не покупала. Можно будет посмотреть, как это все выглядело. Дальше страница 32 и 33. Здесь, как обычно, у нас тоже к различным праздникам выходят наборы кремов для рук. И здесь он в зимнем таком новогоднем оформлении. Ну и милейшее просто мыло с мышкой. Я думаю, что я сразу возьму. Количество написано ограничено. Я не знаю, для чего так написано. Наверное, для того, чтобы бегом начали покупать. Это же символ года предстоящего. И до сих пор, по-моему, символы прошлого года не распроданы. Ну, я обязательно куплю, она просто очень милая. А на соседней странице, во-первых, здесь 3 геля для душа. Они все в новогоднем оформлении, они все очень классные, очень красивые. Я себе приглядела гель для душа. Значит, смотрите, здесь есть запах праздничного пирога, честно, я бы не хотела. Дальше аромат живой елки, принесенный с мороза в дом. Вот этот я хочу. И яркий цитрусовый аромат, называется апельсинка. В общем, я хочу тот, который пахнет елкой, принесенный с мороза в дом. Обязательно куплю. И здесь же есть мочалка кесе или кесе. В общем, это, я понимаю, та мочалка, которую мы покупаем в Турции, которая глубоко очищает отшелушивающиеся роговевшие клетки. Обратите внимание, она здесь так спрятана, такая маленькая и незаметненькая, что вы могли точно это пропустить. Следующее в каталоге, я сразу перелистываю много страниц, потому что здесь примерно то же самое, но тут идут ароматы как раз, наборы с ароматами. Я уже, простите, это пропущу, потому что из каталога в каталог есть какие-то скидки на ароматы, поэтому пропущу. Остановлюсь на следующем, 77-я страница, и здесь у нас опять в качестве новинки представлен триммер. Триммер и сумка косметичка мужская. Это уже все когда-то было в каталоге, потом это все пропадало и сейчас заново появилось. Я не покупала, не могу сказать отзыв, поэтому тоже поищите обзоры, ну или поделитесь своими отзывами здесь в комментариях под этим видео. Многим, думаю, будет интересно почитать ваше мнение. Страница 78-79, здесь помада 169 рублей, полуматовая помада Skyline. Мне она очень нравится, у меня оттенок 0,58, бархатный бежевый, который на самом деле выглядит таким каким-то холодно-розовым. Я очень люблю эту помаду, но она у меня очень долго расходуется. Она, кстати, по цвету сочеталась бы с этой водолазкой, это тоже Faberlic водолазка, цвет брусничный. Была бы чуть-чуть похолоднее, наверное. Но бежевым она тоже, эта помада, кстати, выглядит при искусственном освещении. Вот такой немножко у нее хамелеонный оттенок. Страница 83. И мало того, что здесь набор для бровей с 50% скидкой за 299 рублей всего. Здесь, кстати, в комплекте есть и пинцет, и кисточка, обратите внимание. На соседней страничке у нас представлена тушь для бровей. Здесь написано, что у нас Елена использует, и тушь для бровей, она у нас идет в 3 оттенках, темный блонд, светло-коричневый и каштановый. Вот так она выглядит, вот это она и есть, и вот здесь примерно представлены ее оттенки. Это новинка каталога. А буду ли покупать? Я, наверное, нет, а вот подруга у меня покупала гели для укладки бровей, цветные у нас были и очень нравились. Я ей обязательно предложу и потом расскажу вам ее мнение. Страница 89, здесь карандаши, помады-карандаши и тени в виде карандашей за 199 рублей. Я вам однозначно рекомендую, у меня есть оттенок светло-коралловый и был, по-моему, 608 персиковый или натуральный бежевый. Девочки, это очень классная помада, она не сухая,
Она просто выглядит как карандаш, а на самом деле у нее очень нежная текстура, которая ухаживает за губами, не растекается, очень красиво лежит. Рекомендую вам однозначно эту помаду. Попробуйте, 199 рублей, еще минус ваша скидка, 20% как минимум. И ну, очень дешево получится, очень качественная помада, у которой, кстати, не стирается надпись на самом тюбике. Это очень большой плюс, она всегда выглядит красиво. Страница 92-93, и здесь желтые ценники. Это значит, что нужно покупать два товара, либо четное количество. Покупаете два одинаковых товара, либо разных, и срабатывает желтая цена. Конечно же, здесь обращаю ваше внимание на тушь Push Up. Это тушь, которая мне нравилась, нравится и, надеюсь, будет нравиться. Ну и каял здесь 149 рублей. Я в макияже вам показывала, какие у меня есть оттенки, у меня есть практически все. Я обожаю просто эти каялы, они не пылят, в отличие от теней, и не раздражают слизистую глаз. Страница 95 с 40% скидкой. Вот такая палетка, где есть хайлайтер, румяна и бронзер. Очень легко ей сделать макияж, и очень хорошо подобраны цвета. Хайлайтер такой пудровый, румяна, мне кажется, вообще универсальные, подойдут любому типу лица. И бронзант здесь без каких-либо рыжих оттенков, то есть очень хорошо ложится. Следующее, однозначно, наверное, надо будет мне что-нибудь купить, это кисти, кисти по желтым ценникам. По такому же типу действует акция, покупаешь четное количество и срабатывает желтый ценник. Лучшая цена года, я прям захотела оттенок 40-0-30, которую я без конца продаю, но сама так и не купила. Посмотрите, помада Овация 199 рублей, ну 550 зачеркнутая, это даже не половина стоимости, половина стоимости это 275, а здесь еще на 76 рублей дешевле, у кого 20% вообще получают ее за 160 рублей. Количество оттенков, видимо, здесь по остаточному принципу, они уже сколько осталось, остальное, видимо, распродалось. Но я для себя уже точно увидела 43032 лиловый твит, я на него давно смотрю. Скорее всего, персик, ну, за такую цену почему бы не взять много, да? И 40030, я думаю, он уйдет в первую очередь. Я, кстати, при распаковке заказа показывала, что подруге такую помаду мы купили, и она ей осталась очень довольна. Она сразу же ей накрасила и сказала, классная помада, холодный оттенок, в общем, довольна. Страница 109, и здесь со скидкой карандаши для бровей, со скидкой 40%, обращаю ваше внимание, это автоматический карандаш, который не нужно затачивать, он очень-очень тоненький и прям очень реалистично рисует волосинки, недостающие в бровях, очень классные карандаши, главное подобрать себе по цвету. Ну и бонус за покупки, тушь для ресниц, которая тоже очень классная, 199 рублей. Она приходит мало того, что в золотой упаковке, еще и в бархатном футляре. Это просто мега-супер подарок на Новый год своей подруге, подарите ей, обязательно понравится. Это моделирующая тушь, которая не засыхает на ресницах и не становится сухими палками ресницы. Ее можно накладывать вечером, подкрашивать, то есть не посыпется предыдущий слой. Ну и ухаживать за ресницами, в общем, это очень хорошая тушь. Я, скорее всего, возьму парочку штук на подарки. А 199 рублей она будет стоить при покупке на 499 рублей. То есть, если вы делаете минимальный заказ на 1000 рублей, то две туши уже сможете таких дозаказать. Лак для ногтей. Смотрите, лучший сценарий. Это у нас новинка или не новинка, я, честно, запуталась, 159 рублей, тоже в линейке Секрет, очень хорошая цена. Появляется у нас новая линейка, очищающая, называется Биомика, и здесь у нас три новых средства. Это, во-первых, крем-мусс для умывания 150 мл, 249 рублей, мицеллярный гель для умывания 150 мл, 249 рублей, его я планирую взять, потому что гель для умывания, именно мицеллярный гель для умывания, мне очень нравился, у меня был другой фирмы, он более мягкий, более мягко смывает, чем обычная мицеллярная вода, и все-таки гелевая текстура мне нравится больше. Ну и сама мицеллярная вода, целых 300 мл, 229 рублей, очень бюджетные цены, и я не знаю пока какое качество, но я думаю, что оно будет очень даже неплохим. Страница 131, и здесь спрей
активный спрей, восстанавливающий, всего лишь 99 рублей при покупке любого дневного крема со стороны 129-130-133. Обратите на это внимание, если будете этот крем заказывать, он у вас спрей, скорее всего, выйдет на втором шаге, не на втором шаге, это если в приложении, а так в выгодных акциях у вас появится отдельная вкладка, где вы этот спрей можете за 99 рублей купить. Любые две маски-патчи из линейки Pralexir за 99 рублей. В последнее время, да, я вижу акции именно на Pralexir, вообще бывает очень редко. Линейка Гардерика, посмотрите, два крема и крем для век за 999 рублей, при том, что каждый крем стоит около 500, это очень классно. Это практически 30 или даже 40% скидка на такой набор. Активная вода для лица Platinum со скидкой 50%. Я ее использую как подложку под макияж, то есть это первое, что я распыляю, ну, не на лицо, а на руку, а потом наношу, и затем уже все сыворотки, кремы. И мне нравится так пользоваться. Сейчас у меня, кстати, вот этот восстанавливающий спрей вместо воды, а вода просто ждет, когда закончится спрей, она у меня тоже есть. Гель для лица или ночная маска из линейки Expert за 499 рублей при покупке по каталогу на сумму от 2000 рублей. Тоже смотрите, будет она у вас в выгодных акциях, как только ваш заказ превысит 2000 рублей, у вас добавится одно средство. Из линейки сияние и обновление гликолевые, так что у нас крем-активатор с ночной саха кислотами с 60% скидкой 319 рублей. Сейчас как раз пошла пора пилингов, отшелушиваний. Девчонки, смотрите, это очень выгодно. Одно средство можете купить с 60% скидкой по каталогу, второе, на второе применить купон, например, да, там лосьон вам нужно будет докупить, чтобы получилось набор использовать вместе, и они используются вместе. Страница 178-179, очень все любят вот эту вот жидкость для интимной гигиены, и тоже желтые ценники, значит, нужно купить что-то еще, чтобы желтый ценник сработал. Ну, либо две одинаковых, одну сейчас, другую на запас. Любые две зубные пасты за 119 рублей. Все, вот смотрите, пасты, которые в развороте, красная линия подчеркнута, значит, что участвуют все три. Любые две за 119 каждая. То есть точно так же берете две пасты, хоть одинаковые, хоть разные, и каждая будет 119 рублей. Сухой шампунь 199 рублей. Это то, без чего я уже давно не живу. Дочь моя тоже обожает этот сухой шампунь. Это вот сейчас, буквально перед видео, я смотрю, у меня немножко... корни уже такие, ну, вот такие, несвежие. Я быстренько раз-раз этот шампунь нанесла. А плюс ко всему, его еще даже можно и на чистые волосы носить, если у вас не получился прикорневой объем. Ну, вот бывает такое, шампунь не так сработал, там, или кондиционер вы нанесли близко к корням, и все, и волосы никак у вас не поднимаются, не создается объемчик. Вот в этом случае можете набрызгать этого шампуня, вычесать и буквально поставить волосы вот так вот руками немножко сделать, и у вас получится объемчик. Вот сейчас на ваших глазах я создаю этот объемчик, и он реально получается. Посуда из фарфора Faberlic, которая, кстати, единственная, наверное, которая мне более-менее нравилась, но я не люблю ничего с рисунком, но визуально да, можно такой было бы попользоваться. Со скидками до 50% распродажи, здесь и посуда, и салфетки, и какие-то емкости, смотрите, возможно, себе что-то подберете. Пятновыводитель, я дошла до средств для дома, тоже желтый ценник, посмотрите, карандашики 109 рублей, это вечный карандаш, лично у меня он просто не знаю какое время уже есть, я даже его отламывала, отрезала, кому-то давала на пробу. Отбеливатель 249, ну и влажные салфетки. У кого замшевая обувь сейчас зимой, можете брать для замшевой обуви, ну и, конечно же, для воротничков и пуховика, когда обтирается тональный. Чтобы не стирать весь пуховик, вы можете салфеточкой обработать воротник, он будет чистый, манжеты можете около карманов обработать, пуховик уже будет совершенно иначе выглядеть, он будет свеженький. Новинка у нас в одежде. Что здесь? Сейчас вам скажу. Ночная сорочка 1299 рублей. Выглядит как такое домашнее платье. Я даже не знаю, как в ней спать. Ну, во-первых, я не люблю спать в длинных сорочках. Мне нужны короткие, иначе это все перекручивается. Это очень неудобно. Плюс рукава. Ну, это, наверное, если без одеяла спишь, поэтому она такая вот такая вся длинная. На самом деле...
Я бы это просто как домашнее платье носила, но для домашнего платья 1300 это дороговато. Состоит она 74% вискоза, 18% полиэстер и 8% эластан. А также есть джемпер и леггинсы. Ну, я не знаю, видимо, это пижама, а может, это просто одежда для дома. Ну, девушка, конечно, сидит красивая, красиво одета. Ну, вот тоже не знаю, куда в этом ходить, что это. Из текстурного трикотажа, кстати. Вот у нас водолазки рельефные, теперь здесь текстурные. Дальше новинки тоже в одежде для дома. Здесь есть халат, есть брюки с кофтой. Разные расцветки, тоже все это рельефное. Новые цвета, по-моему, это уже я показывала, да, у мужского белья. Следующий стикер. Колготки, да, вот это очень важно, девчонки, под новогодний наряд очень красивые колготки, обратите внимание, всего лишь 349 рублей. Обычно такие колготки уже входят в разряд фантазийных, и на них уже цены и 700, и 800, и под 1000, а на самом деле они нужны пару раз выйти тоже в году, а может быть и один, а может быть и ни разу на будущий год, например, но... Они нужны для того, чтобы и ноги тоже были нарядными. Здесь есть колготки со стразами, здесь есть колготки с люрексом и со швом из люрекса. Я не знаю, вот мне очень нравится, посмотрите, как они красиво выглядят, какой у них вот такой блеск идет по контуру ноги, ну просто супер. Я очень люблю колготки со швом. У меня есть одни, я их покупала лет 10 назад, ношу, наверное, через год, тоже именно на Новый год, на праздник. И очень их люблю. Ну а вот эти со стразами, я пыталась разглядеть, с какой частотой эти стразы. Они похожи на горошки. И мне даже вот, я честно, хотела бы посмотреть на них вживую или в каком-нибудь обзоре. Мне даже хочется их просто купить все для того, чтобы... Вот пусть будут, потому что они мне все очень понравились. Это вот я вам сейчас на полном серьезе искренне говорю. Потому что они все равно когда-нибудь пригодятся. 349 рублей, 20% скидка у всех на колготки, по-моему, 20. Есть или нет 26, девчонки, я уже запуталась. Ну, в общем, даже 20% скидка, это минус 70 рублей, это 280 рублей за пару, очень недорого получается. Регистрируйтесь, получайте эту скидку, покупайте колготки, еще и в подарок Юдашкины. Следующая новинка, водолазка рельефная, трикотажная, и они меланжевые. Вот я не очень люблю меланжевую одежду, которая здесь сверху, особенно водолазки. Мне кажется, что они выглядят, ну, как-то очень простовато, что ли. Дальше я поставила стикер опять на суфле для тела, 129 рублей. Сейчас в каталоге в наборе с гелем для душа они за 199, а здесь одно суфле 129 рублей. При покупке по каталогу на 499 рублей. У меня срок выпуска этого суфле август 2019 года. То есть, если думать, что опять сбывают просрочку, нет, ребят, вот гель для душа, он годичной давности, годично, он в 2018 году выпущен, но до истечения срока еще полгода, по-моему, или сколько у нас срок годности. В общем, он ровно год назад, в 2018 году выпущен. А суфле для тела мне пришло совершенно свежее. Задавали вопрос в распаковке. Посмотрите, там точные есть даты. Я недавно распаковывала заказ на 100 баллов. Там есть точные даты, я отвечала на чей-то вопрос. И, скорее всего, я не буду сейчас повторно заказывать набор, а закажу вот этот конкретно суфле уже в 16-м каталоге. Ну и для малышей, для девчонок и мальчишек появляется очень классная линейка. Монстры, красиво выглядит, здесь есть полотенце банное, подушка монстры, плед флисовый, они очень классные, посмотрите, какие подушки, я думала сначала это шапочки, это подушки, полотенце банные, вот так выглядят пледы, ну для малышей просто песня. Также для уже детей постарше, которые куда-то ходят, в какие-то кружки, секции, ну или, наверное, даже в школу, ну хотя вот, мне кажется, маловато рюкзачки. Посмотрите, что для девчонок. Здесь пенал, рюкзак, мешок для обуви, наклейка светоотражающая. И для мальчишек то же самое. Еще есть, еще ланчбокс, по-моему, здесь. Где-то я видела. Ну это же ланчбокс или... это пенал. Это пенал. Так, а у мальчишек есть еще и ланчбокс. Какая несправедливость в отношении девчонок. Рюкзаки тоже есть, мешок для обуви, термосумка для ланчбокса. У девчонок просто это дальше, видимо, представлено. Есть еще продолжение для девчонок, немножко больше рюкзаки. И для мальчишек тоже есть немного большие размеры.
Ну, на этом все. Я надеюсь, что чем-то было полезно вам в этом видео. Регистрируйтесь, получайте подарки за заказ, получайте хорошие цены вместе с вашей регистрацией минус 20%. Ну и различные другие подарки. Если попадаете ко мне в команду, вы будете в курсе абсолютно всех новостей, потому что я забочусь о своей команде. Большое спасибо за просмотр. С вами была Марина Соловьева. Увидимся с вами в следующих видео. Пока!